Доброе утро, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать на исторической сцене Большого театра. И мы начинаем трансляцию, приуроченную ко Всемирному дню балета. Этот праздник появился в 2014 году. И с тех пор все балетные труппы мира отмечают его, приоткрывая зрителям закулисье. А вести трансляцию будем мы, прима-балерина Большого театра Элеонора Севинард и премьер Большого театра Денис Родькин. 2023 год в России стал годом педагога и наставника. Для нас, артистов балета, наши педагоги-репетиторы – одни из самых важных людей в профессии. Они сопровождают нас, начиная со школы. Я вот, например, закончил Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель». Там и по сей день работают много педагогов, которым я очень благодарен. А я закончила Академию русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. И я также безмерно благодарна моим школьным учителям. Став артистами Большого театра, мы снова попали в руки педагогов, но уже театральных. Потому что до конца нашей карьеры за каждым артистом стоит его педагог, его наставник. Итак, наша трансляция посвящена педагогам Большого театра. И сегодня вы увидите несколько репетиций, которые пройдут прямо здесь, на исторической сцене главного театра страны. Это будут репетиции балетов «Зимняя сказка», «Баедерка» и «Жизель». А на новой сцене вы увидите репетицию балета «Лебединое озеро». Еще мы познакомим вас с некоторыми педагогами. А начнем утром мы с традиционного класса. И проведет его народный артист России Александр Николаевич Ветров. Всем доброго утра. Давайте начнем наш урок сегодняшний. Начнем с плие. Комбинация будет такая. Деми, плие, деми, плие, гран, плие, тарам. Пор де бра вперед полностью, пор де бра назад. На вторую позицию то же самое. Два деми, гран, плие, пор де бра на раз к станку, на два от станка. И еще добавим вперед, пор де бра. Дальше смотрите внимательно. Тан лие, антурнан. Через первую позицию полный ронд. И крест, батман тандю, баленсуаром заканчиваем. Нажим. Тан лие, антурнан. Через первую проведем. Крест по одному, тандю, нажимом заканчиваем. Деми плие, гран плие по пятой позиции. И давайте сделаем
Раз. Брат, два. Три. Четыре. По кругу пять. Шесть. Семь. Закончили на полупальцах. Да? Я буду подсказывать, не волнуйтесь. Пожалуйста. Деми. Гран-плие, спины держим. Распрямили спину, фордебра вперед. Фордебра со вздохом назад. Вторая. То же самое, деми. Коленочки в стороны, копчик на пятки. Гран-плие. На раз к станку. От станка. Держим баланс. Молодцы. Вперед, пор-де-бра. Завели ногу. Тан-лиан-турнан. Через первую на плие. Крест тан-дзю-пад первый. Через первую нажали. Тан-лиан-турнан. Через первую сели в плие. Хороший ронд. Крест тандю. Нажали. Деми плие по пятой. Гран плие. Арабеск один. Арабеск другой. И по кругу пор-де-бра. Раз, два. Полупальчики в конце. Очень хорошо. Продолжаем. Ребятки, первое тандю. Значит, такая будет комбинация. Достаточно простая. Три тандю по пятой. Пур-ли-пье поменяли. Также в сторону. Три тандю по пятой. Ролево поменяли. А теперь будет два тандю и два другой ногой и два нажима с рукой, с головой в сторону. Тарам. Три тандю, тарас, поменять. Три тандю, тарас, поменять. Два тандю, добавьте арабеск, хорошо будет. Нажим с головой, нажим с головой. Вторая плие и раз, два, три тандю. Четыре раза и сутуню с другой ноги. Нон-стоп. Пожалуйста. Готовы? Поменяли. Два назад. Перевели корпус. Два другой. На два нажима в сторону. Можете второй двойной. Но на валах не стоим. Да? Ага. В сторону также. Два вперед. В арабеск сейчас. И нажимы. Вторая плие. Побыстрее чуть-чуть. Раз, два. Вторая. Пятая сутыню. Левая нога. Все с левой. Два другой. И нажимы. Проваливайтесь. Хотя если ноги готовы, можешь, конечно.
Хорошо. Еще одно батман тандю с плие. Ребятушки, не квадратная комбинация, поэтому внимание. Значит, смотрите. Тандю, тандю, танлие, закрыть. Тандю, тандю, танлие, не закрыть, а провести. Танлие, закрыть. Танлие, провести. И крест батман, тандю. Давайте закончим его в плие. А нет, хотя давайте так и тандю другой ногой. И начинаем все обратно. Тандю, тандю, танлие поставим. Тандю, тандю, танлие проведем. Танлие поставим. Танлие проведем. Раз и два. И здесь просто пятая сутыню. Да? А за первым раз будет другой ногой. Да? Подскажу. Пожалуйста. Темп, Олег, танлие. Провели, танлие, закрыли, танлие, провели. И крест. Другая нога. Раз, чуть темпик, Олег. Проведем, танлие, поставим. Танлие проведем. Крест. Пятую сутыню. Пошли левая. Раз. Что ж ты сделал? Ты сбил нас. Раз. Слушайте музыку внимательно. Раз. Поставить, провести, раз. Хорошо, давайте сделаем ЖТ. Тоже такая простая будет комбинация. Два ЖТ и три к нему. Два ЖТ и три к нему. Два ЖТ. Т и три балансуар. Пике, пике поставим, пике, пике поставим. И обратно, да, два ЖТ и три ЖТ ставим. Два ЖТ и три ЖТ ставим. Два ЖТ. Добавляем три балансуар, пике, пике поставить, пике, пике поставить. И две семерочки в бок. Да? Семь в пятую, семь в пятую. Пожалуйста. Раз, два. Не загоняй слишком. Три балансуар. Пике, пике. Не загоняй, пожалуйста. Раз. Три балансуар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поставить. Поспокойнее. Па-па. Извините, тебе меня слышно, да? Нормально, плохо? Хорошо, с левой ноги. Пожалуйста. Три балансуар. Хорошо. Локоточки проверяйте и назад не закидывайтесь. Баланс над ногой. Поставить пятую. Хорошо. Ровный жон. Смотрим комбинацию. Препарасьон. Четыре привычных ронда. Раз и два. Подтягиваем корпус ноги. Три и четыре. Садимся в пятую позицию. Садимся в пятую под руку. Снимаем кудепье. Плие. Ровный жон. Бросок через пассе. И два раза.
бросаем или три подряд, если хотите. Давайте три подряд, да? Показательное выступление, да? Значит, еще раз. Раз, два, три, четыре. Пятое плие. На реверс. Пятое плие. Сняли ногу, куда пье. Плие. Рон де жон. Бросаем через пассе. И с этого три с оттяжкой больших, да? Пор-де-бра, давайте сделаем организованный. Вперед пор-де-бра, ДВП вынули, быстро поставили. В сторону пор-де-бра, ДВП вынули, быстро поставили. Назад пор-де-бра, вынули назад ногу. Взяли пассе и в сторону потянули себя окончательно. Пожалуйста. Конкурирующая организация. Три, четыре, пятая позиция, сели, плие, лопатки, сели, сняли куда пье, плие ронд, по полу машули, бросок вперед через пассе, раз, два, три ронда, Олег, там, да, с оттяжкой. На бросках с оттяжкой, да, потому что три подряд. Плие. Бросок. И три. Раз. Два. Три. Хорошо. Вперед, пор-де-бра. Раз. ДВП. Раз. И поставим в пятую. Отдыхаем в нем. В сторону пор-де-бра. ДВП вылезгон будет. Хорошо. Назад пор-де-бра. Давайте пассе. И возьмем, давайте планше сделаем вниз. Здесь хорошо бы сделать. Вниз, пор-де-бра. А вот теперь пассе. И в сторону уже до конца. Ну, молодцы, хорошо. Вдохнем. Давайте встаем в позицию. Пожалуйста, спины взяли. Поехали. Двумя вывертыми ногами, ребятки, плие, корпус. Сняли кудепье. Нога в сторону колена. Плие, ронд. Бросим вперед. Через пассе и большие. Плечо у станка не трогаем. Ага. Хорошо. Верно. Корпус. Хорошо, корпус. Молодцом. Сняли кудепье. Плие. Арон, забываете, да, после этого. Раз. ДВП. Верно. Пор-де-бра добавили. Хорошо. Давайте сделаем такое несложное фондю, но с анлером. Значит, фондю вперед. Садимся, плие, аттитюд. В
вытянули. Фондю, алис гон, анлер с плие, анлер просто. Фондю, назад, опять садимся, аттитюд. Вытянулись через первую демиронд и три ронды анлер уже окончательно. Да? Фондю назад, садимся в плие. Фондю в сторону, ронд анлер с плие, простой. Фондю вперед, плие. Через первую демирон, три ронды жан анлер. И берем пассе, постоим 8 счетов, да, на балансе. Буду подсказывать, пожалуйста, встаем. Вперед. Сели, капюшон. В сторону. Анлер с плие. Просто. Назад. Плие. Кирбушон. Через первую. Три анлер. Баланс держим. Хорошо, отдохни чуть-чуть по-любому. Не будем забивать ноги. Да, ребятки, сами, да, где полупальцы, где нет, сами распределяйте, по зависимости от нагрузки, да, я не настаиваю. Но вздохнули, пожалуйста, пятую. Поехали. С плие. Просто. Молодцы, с головой, красиво очень. Спасибо, приятно смотреть. Не закидываемся на спину. И тело над ногой, балансик. Хорошо. Ребятки, фраппе, посмотрите внимательно, потому что не квадратная комбинация, как бы, да? По три крестом без паузы. И начинается это вот так. Раз, два, три. В сторону. Три. Назад. Три. Дубль крестом. Вперед. В сторону. Назад. На плие. Балете, купе, встали. Пти, батман. С рукой 5, 6, 7, 8, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дубль, дубль. Дубль-дубль плие. Балете, купе, встали. Пти, батман, 5, 6, 7, 8. И на другой ноге постоим балансик еще. Да? Запомнили? Буду подсказывать. Так, где мне, чтобы не в камеру? Вот здесь встану. Пожалуйста. Вперед. В сторону. Назад. Дубль крестом. На плие. Балете, купе, встали. Пти. Хорошо. Андедан. Дубль. Дубль на плие, балете. Верно. И на другой баланс. На другой ножке. Хорошо. Давайте тоже вздохнем головой на этот раз. Ноги, надеюсь, не устали. Пожалуйста, встаем. Отдых символический. Голову добавим на дубли. Вперед, плие, балете, купе. Пти, батман.
Хорошо. На плие балете купе. Колядочка не висит? Хорошо? Очень хорошо. Ну вот, добрались до адажио. Ну, делаем все вместе, поэтому комбинация длинная, изнурительная. Приготовьтесь. Сели в плие. И сразу пошел ронд. Проведем назад, пассе, экарте. Берем пассе. Обратный. Рон-де-Жан. Встаем через первую на полупалец аттитюд, аллонже поставили. И теперь обратный крест. ДВП вынули, короткое балансе закрыли. ДВП в сторону, короткое балансе закрыли. Вперед вынули, короткое балансе. Давайте сядем в плие во второй арабеск. Из второго арабеска фуэте. Вниз пор-де-бра. Вынули тело, поставили в пятую позицию. Сели в плие, пошел ронд. Заканчивается пассе и карте. Пассе берем, тарам, анде-данный, ронд. Через первую позицию, берем аттитюд, аллонже поставили. Крест, тарам, с коротким балансе. ТВП, тарам, с коротким балансе. Вперед, короткое балансе. Сели во второй арабеск, из второго арабеска фуэте. И вниз, пор-де-бра. Да? Ну, я понимаю, что... Станки шаткие, места мало, но тем не менее вы молодцы. Поехали. Пожалуйста. Какой у тебя дизайн классный. Плие. Ронд. Берем пассе. Экарте. Пассе. Обратный ронд. Через первую резкой аттитюд стоим. Аллонже. Молодцы. Девлюпе назад. Раз. Балансе. Закрыть. В сторону. Не тяни эту часть, пожалуйста. Да и я. Говорю, не тяни эту часть, пожалуйста. Раз. Олег, я тебя прошу, не тяни вторую часть. Ты меня слышишь или нет? Да. Левая нога сразу. На плие. Пассе, карте. Держим. Берем пассе. Раз, два. Через первую аттитюд. Аллонже. Молодцы. Продолжаем ДВП. Раз. Балансе. Раз. Хорошо. Крестом. Вздохнем. Как следует вздохнем после такого. Хорошо, ребятки, пока смотрите грамбатман. Очень простая комбинация. Давайте ее с двух ног сделаем, да? Ноги разгрузим, но, как говорится, бросим как следует. Знакомая комбинация для вас. Вперед, вперед, третий пике и закрыли. Задняя нога, то же самое. Давайте на фасе, кому места не хватает. В сторону раз и два. Тоже третий пике, ронд на пике. Три баленсуа. Раз, два, три. Пятая позиция. Сутеню и левая нога. Да? Один, другой, третий пике. Задний один, другой сверху. Да? Третий пике. В сторону, в сторону. Третий пике. Рон-де-Жан. С него. Раз, два, три. Оттяжечка здесь, да? Сутеню, левая нога.
Запомнили? Маэстро, урежьте марш, пожалуйста. Назад. Сверху. Хорошо. Подъемы до конца. Рон-де-жон. Раз, два, три. Пятую сутыню. Хорошо. Коротенькие растяжки сыграй нам, пожалуйста, да? Сейчас будем убирать станки через 30 секунд. Я сказал по растяжке, я не сказал привал кавалерии. Достаточно, Олег, достаточно. На пам-пам. Достаточно. Ага. Ага. Хорошо, пожалуйста, убираем станки, пойдемте на середину, кто в состоянии. Не сам, не сам. Сейчас не сам? Народ должен подойти, конечно, да. Станки убираем, да? В какой-то веке, а да, обычно я сам, да. Ну туда, конечно, да, я объяснил. Выходить сюда лицом, нет? Как удобно. Ну, конечно, в зал, да? Давайте в зал. Да, ребят, у вас столько много народу, и вы так долго это делаете, я поражен. Хорошо, ребят, смотрите, значит, адажо. Внимательно. На две группы будем делать. Томбе, рон-де-жон, спор-де-бра, и встаем аттитюд эфасе. Пассе, давайте встанем экарте, демирон заведем на эфасе. Дальше. Первый арабеск на полупалец. Фаи, подбиваем ногу. Ран-версе, падебуран-турнан. Гран-фуэте. До первого арабеска сели в плие и падебуре, желательно на полупальцах, чтобы продолжить томбе, рон-де-жон, встаем аттитюд эфасе. Пассе, экарте, ронд заведем на позу эфасе. Плечо, да? Помните, чтобы не вот так не сидеть. Первый арабеск, фаи, очень выворотно подбиваем, да? Ран-версе, падебуран-турнан, гран-фуэте. До первого арабеска и падебуре. Или лучше хотите до третьего, нет? Темно? Нет? Давайте до первого. Помните, только первый надо постоять, тогда второй сам получится, возможно. Кто готов? Пожалуйста. Буду подсказывать. Раз. Раунд. Аттитюд встаем. Пассе, экарте, завели ронд, сели, арабеск первый, фаи, подбиваем ронверсе, гран-фуэте, раз, первый арабеск, молодцы, из полупальцев желательно томбе,
корпусом. Молодцы, хорошо. Экарте установились. Раунд завершающий, сели. Роверсы. Не спешим, выстаиваем. Отлично. Изрядно сделали. Молодцы. Давайте другие. Пожалуйста. Только не передеритесь из-за места, пожалуйста. Ну давай, вперед, вперед, давай. Чего ты? Правда, снимают оттуда, ты прав. Поехали. Можно? Раз. Аттитюд, стоим. Высокий. Пассе. Экарте, задержались. И сели раунд. Лопатки. Первый арабеск. Фаи, роверсе. Олежек, чуть сдержаннее. Ага. Падебре. Хорошо. И опять корпус. Танцуем. Раз. Пассе. Держались. Спина. Молодцы. Ну и молодцы. Хорошо. Давайте батман-тандю сделаем комбинацию тоже. Учите, смотрите. Старые знакомые. Раз и два. Сели во второй арабеск, поднялись на эфасе. Два на эфасе и два сюда. Экарте. Раз, два, три. Один. Открыли. Женщины припросен. Пируэт на всю фразу, без ретенута, да. Четвертый закончили в пятую. И левая нога, да. Вперед, вперед. Сели эфасе, да. Два на эфасе, два на эфасе. Три в экарте. Один. И открыли пируэт. Пожалуйста, буду подсказывать. Можно? Сели. Голова. Корпус над ногой. Три жете. Раз. Хорошо. Тормози вовремя. Раз. Ага. Внутренние мышцы, ребятки, да, вывертость от ног. Хорошо? Клин в свою сторону, а вправо так навертел. Придется со вторыми исправиться там в стороне. Пожалуйста. Аккуратней. Можно? Сели. Хорошо, хорошо. Ребятки, обратного не будет, потому что время поджимает. Фондю тоже сдавайте простую проверенную комбинацию. Сделаем номер 17 по заказу друзей. Значит, фондю вперед, томбе, падебуре, четвертая позиция. Вперед в аттитюд, закончим валенже и падебуре. И то же самое с другой ноги, падебуре. Тоже вперед в аттитюд. Аленже, падебуре. Обратно начинаем через ногу. Томбе, падебуре, встали. И вот здесь посложнее. Пируэт алисгон. Пируэт с него андедан. Сесть в арабеск, плие, падебуре. И с левой ноги тарам. Томбе, падебуре, будет сюда. Падебуре, тарам. Алисгон, пируэт, андедан. Вы можете влево не делать андедан, если хотите. Кроме клива. Кроме клива. С тебя 8.
Пожалуйста, 3/4. Томбе с корпусом падебуре. Аттитюд. Верно. Ребятки, дыхание, да? Дышите, и все получится. Верно. Томбе, чуть нам люфтик сейчас. А let's go. On the down. Жди нас, Олежек, пожалуйста. Сложные пируэты. Леша тоже мог. А let's go. Там. Да, я забыл, левша это у нас, слава богу, не только я. Молодцы, прилично сделали. Что тебе кажется, не стоит это делать? Не говори никому, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, давайте, не расслабляемся, танцуем камина. Дыхание очень важно, да, чтобы дыхание не сжималось, а тело работало, как ни странно. Поехали. Вот не выпускай, девочка, на пируэте хватит. Раз. Головой танцуем. Раз. Дима, аттитюд должен быть выше у танцовщика такого класса. Раз. Два. Раз. Пам. Па. Люфтик. Сели. Ничего. Ну, молодцы. Хорошо, очень простой грамматман. Не хочу вас нагружать. Впереди сложный рабочий день. Спектакль и так далее. Пожалуйста, два грамматман вперед, баленсуар в первый арабеск и закрыли. То же самое на эфасе, два грамматман, баленсуар и закрыли. Алис гон, алис гон. Женщины можете по дебуре, мужчины просто открыли. И любой пируэт большой, да, алис гон, одинарный, маленький перейти, да. Два раза можно в свою сторону, да, Клим? Да, Леша? Как хотите, да? Значит, вперед, вперед, баленсуар, закрыть, Рит. А, тебе там интереснее показывается? Ну хорошо, тебе показываю персонально. Значит, два вперед, баленсуар закрыть. Два на эфасе, баленсуар закрыть. Два валенсгон и крутимся. Бином Ньютона выучить невозможно. Пожалуйста. Поехали. Верно. Раз. Два. Первый это суеты, девчонки, да? Раз, два. Молодцы. Первый это дважды можно в свою сторону сделать, да? Не загоняем, а голова где? Раз и два. Хорошо, молодцы, молодцы. Хорошие пируэты, хорошая скорость. Так, другие чем ответят? Пожалуйста. Раз. Хорошо. Хорошо.
Ничего, неплохо. Ребятки, когда идете на большое количество пиротов, не забывайте баланс на спину, да? Макар. Хорошо, прыгаем. Ребят, простая комбинация, да, знакомая. Раз, два, три, четыре по первой. Раз, два, три, четыре. Закрываем. Открываем. Закрываем. Открываем. Закрываем. Шарман, депье, тарам. И еще раз повторяем. Раз, и два, три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Закрыть. Открыть. Закрыть. Открыть. Пятая позиция. Шарман, депье. Да? Пожалуйста. Будет пауза между первыми и вторыми. Поехали. Шею не напрягаем. Вот баланс кищит. Раз, два. Да я папа. Хорошо. Молодцы, вторые. Пожалуйста. Локоточки не зажимайте, а просто берите руки с собой. Закрыть, открыть. Вывертость. Ага. Стопа и бедро. Угу. Хорошо. А теперь, пожалуйста, следующие комбинации давайте нон-стоп сделаем. Но она будет короткая и простая. Как обычно. Значит, ассамбле, 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 соте. Глиссад, ассамбле, руки закрыли. Ассамбле, 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 соте. Глиссад, ассамбле. И следующие начинают. Да? Вот три ассамбле, одно соте, и, короче, два раза глиссад, ассамбле в общей сумме. Да? То есть думать практически не надо. Только о качестве. Пожалуйста. Вторая группа, поделитесь пополам. Да ям-пам-пам, не загоняй, тарам-пам-пам. Хорошо с головой, молодцом. Раз. Ну, достаточно. Хорошо. Ну, одну комбинацию сделаем, так сказать, постараемся. Значит, эшапе, закрыть, просто эшапе, закрыть. Эшапе, на камеру, антурнан, здесь улыбка, да? Вернулись и на одну ногу отпрыгнули. Шаг-шаг, кабриоль вперед, шаг-шаг, кабриоль назад. Балете, балете, томбе вперед. Эшапе, просто эшапе. Просто эшапе, антурнан, антурнан, на дну. Шаг-шаг, маленький кабриоль, шаг-шаг, маленький кабриоль. Балете, балете, из балете томбешечка такая вперед, легенькая. Да, просто танцевать, чтобы закончить комбинацию, да? Вторые, предлагаю разделиться еще на одну группу. Или вы хотите делать большие прыжки в большом объеме? Точно. Ну, подсказать первым, да? Хорошо, подсказываю. Поехали. Антурнан, на одну. Хорошо. Молодцы. Давайте другие. Ребятки, давайте на три группы, это нормально, нет? Заодно выучите получше. Пожалуйста. Не сажай, не сажай, Олег. Быстрее. Та-та. Полегче. Раз. Полегче. Хорошо. Ну и третья группа, да? Олежек. Да я вижу. Я вижу.
Слушай, умоляю, да, не сажай их на ноги. Чуть-чуть. Пожалуйста. Антур на дну, в ту сторону. Ничего. Раз, два. Левый поворот. На дну. Молодцы. Хорошо и красиво. Ребятки, а нон-стоп умеете прыгать, нет? Когда вторые заходят и начинают, или вы не хотите картинку друг другу портить сзади? Значит, смотрите, простая комбинация. Многие знают. Жете танливе, жете танливе, десю танливе, десу танливе. А теперь глиссад, жете глиссад, десю шаг-шаг, жете томбе. Тарам. Другие начинают, да? Давайте нон-стоп также вот на три группы. Запомнили, нет? Еще раз, смотрите. Первая часть вся станливе. Жете танливе, жете танливе. Десю танливе, десу танливе. А дальше глиссад, жете, глиссад, десю, шаг-шаг, жете, томбе. И все. Да? Ну, ребят, вы это знаете, мы это частенько делаем. И не безуспешно. Поехали. Саджете, глиссаде, сю. Хорошо. Молодцы. Сю, шаг-шаг. Хорошо. Верно? Не грузи их. А выворотность везде. Верно. Ага. Неплохо. Только не делите последнюю часть на части. Да, это все подряд. Глиссад же ты, глиссад. Там, шаг-шаг, руки у меня идут и выводят меня, да? Такая, чтобы танцевальность была. Ну, щелкунчик же на носу, сами понимаете. Хорошо. Давайте такую объединенную, как универсальную сделаем с этого угла. Форме пауза. Фаи. Тоже ноги открываем. Фаи шоссе и шоссе. Глиссад большое ассамбле. Препарасьон в первый. Арабеск. Задний. Кабриоль. Девчонки, можете фуэте, да? Купе ассамбле. Антшассис. Томбе по дебуре ассамбле. Два тура для ребят. Томбе по дебуре глиссад по дыша а-ля Джеймс Бонд. Для женщин. Значит, еще раз смотрите. Форме. Пам-пам, фаи, шоссе, шоссе, глиссад ассамбле, лечу, встаю первый, арабеск, фуэте или кабриоль, купе ассамбле, антшассис, томбе по дебуре ассамбле, два тура для ребят, томбе по дебуре глиссад подыша для девчонок. Да? Давайте, предполагаю, что это последняя комбинация, пожалуйста, кто готов? Можно? Можно больше народу, да? Ребят, вставайте побольше народу, а то время у нас. Thank you.
Молодцы, ребятки, большое спасибо. К сожалению, или к счастью, время у нас закончилось. Да, отлично позанимались, я считаю. Понятно. Класс завершен. Дальше артисты расходятся по репетиционным залам к своим педагогам. А уже через несколько минут на исторической сцене Большого театра будет репетиция кордебалета. Кордебалет Большого театра является лучшим в мире. Он всегда славился строгостью линий, чистотой движений и невероятной синхронностью исполнения. И это, конечно же, заслуга наших педагогов-репетиторов. И сейчас Эля познакомит вас с одним из них. Татьяна Борисовна Красина, педагог-репетитор Большого театра, работающий с кордебалетом. У нас сегодня есть уникальная возможность с вами пообщаться. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Борисовна, расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, кто такой педагог-репетитор? Педагог-репетитор – это такая сложная профессия, о которой в двух словах не скажешь. Как правило, педагогами становятся артисты балета, которые прошли свою театральную жизнь, закончили, знают репертуар хорошо, знают спектакли и могут передать свой опыт артистам. За что отвечает педагог кордебалета? За качество исполнения ансамблевых танцев, больших и малых. Это очень важное звено в спектакле. Очень важное. И педагог отвечает за качество исполнения, за ровность линий, за положение рук и ног. Самое сложное, может быть, вот в вашей работе? Именно работа с классическими спектаклями или, может быть, современными даже? Работа в спектаклях классического наследия требует большего внимания и методичной проработки. Современные постановки, они дают какое-то раскрытие горизонтов, скажем так, более образовательный и опыт. А самое трудное, очень трудно сказать, что самое трудное. Самое трудное, пожалуй, это когда ты сложила ансамбль, когда он уже у тебя сработан, а тут надо вводить новых исполнителей. И проработать со старым составом, ввести новый и проработать, чтобы это было слажено, достаточно профессионально. А более того, еще научить их думать, работать самостоятельно, требовать повышенного внимания к самому себе. И за все это отвечает педагог кордебалета. А вот вам сложно отпускать девушек, с которыми вы действительно уже отрепетировали репертуар, вот на сольные партии? Дело в том, что девушки, которые уходят в солистки, они уже заранее, мы понимаем, что они набрали репертуар достаточный. И для того, чтобы держать их в кордебалете, это терять время для них. Они должны развиваться в сольном репертуаре. Поэтому мы их отпускаем. Я их отпускаю с радостью. И даже приветствую иногда. Но потом думаю, а кого же мне поставить на ее место? Она такая замечательная. Спасибо большое, Татьяна Борисовна. А мы передаем слово на сцену. Возвращаемся на историческую сцену Большого театра. Прямо сейчас на исторической сцене кордебалетная репетиция спектакля «Зимняя сказка».
которую ведут педагоги-репетиторы Софья Любимова и Петр Казьмирук. Можно начинать или нет? Или нам команду выдать? Ждем от них. Они там считают какие-то минуты, секунды. Нет. Девушки, как пойдет, где останавливаться будем останавливаться? Какие-то вещи я вчера вам говорила. Остановим. Будем проверять. Вот эти штуки, вот эти вот штуки, да, вот это то, что вчера считали, это надо. Вчера удачно это было. То, что есть. Он вчера удачно Полина и Соня, сразу вам скажу, вот здесь сразу не останавливать. Не идите слишком плоско фронтально. Чуть-чуть идите вот так, да. Угу. Немножко поворачивайте плечи. Забывайте об этом. Идете прям. Да? Всем добрый день. Вот весенний сюда. Фестиваль. Заряжаемся. Четверка, шестерка. Девушки, осторожно с фортепиано. Света? Чуть-чуть можно? Выше, да, выходим, девушки? Сонь, сильно не выбегаешь, но примерно, да, на чуть шире. Раз, два, три. Не спеши, Полина. Раз, два, три. Остановим, нет? Мне кажется, пока нормально. У меня есть там. Аккуратно, девушки, так низко. Жень, шире бери. Влад, вот здесь спокойно двигайся, а потом к ним присоединяйся. Кирюш, тоже не слезай. Уложили голову. Девушки, еще ниже голову. Параллельно руке. Спасибо. Ага. Спасибо. Остановимся, простите. Спасибо. Девушки, парни, вот шесть, этот момент, нет, пожалуйста, все равно не пытайтесь релеве смазать вот этот все-таки там-пам. Это все-таки раз-два, та-та, раз-два, да? Не раз и два, не наверх, а вниз и вниз. И вот этот чирк-флик сделать, сейчас, да, спрошу, эластичный стоп. Чуть-чуть съедаете этот момент, понятно, да? Что идет по диагонали. Полина, девушки, четверка, вернитесь на секунду сюда. Ну, дальше, следующие. Полина, Соня, все. Женя, Рома, выходите в полукруг. И последнюю, помните о том, что... Полин, чуть спешишь вот это, рам-па-па-па-па-па-пам, да, спешишь? Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, и кисти у тебя идут по-другому, не тем путем, как у них. Ты сначала делаешь внутрь, потом наружу. А у нас раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, пам-пам, да? Вот этот момент проговаривали, просто вот эти маленькие штучки, они очень важны. Сюда, 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 и вот здесь через низ рука проходит. Часто ее промазываешь, да? Свет, можно к шестерке подойти? Закончил четверка с корзинкой. Шестерки? Девушки, к вашему выходу. Четверка без вас сейчас. Только выход шестерки. Влад, вот здесь хорошо дошла. Слишком специально не тормози. Спокойно, чуть-чуть двигайся, побольше. Там есть куда. А потом выстраивайся в диагональку, да? Иногда прям совсем стопишься и...
Игорь! Повыше. Первая голова в кисть нарочито. Аккуратные стопы. Извини. Вот здесь я имею в виду. Спокойно. Дальше подключаемся. Никак. Вместе. Девушки, чуть-чуть выйдите вперед. Чуть заторапливали вчера. Вниз. Кирюш. Более вязкий вот этот подворот. Оставьте ногу больше за собой. Талия пяще. Ниже плие поворот. Игорь, плечи. Не опаздывай, Полина. 7-8 точно. 4-8. Антош далеко унес. Шире. Спасибо. Угу. Станьте, как перенесли девушек. Антош, не уходи в голову за Ваней. Полин с Ваней. Чуть-чуть опаздывай. Между Таней и Полиной. Прям на йоточку позже делайте. Вот сюда, да. Туда далеко. Просто, может, добегаете. Выйтись. Виталь, пошире. К канону, да? Леш, Эль, тоже чуть-чуть пошире. Но не уходите в голову за Никитой. Столько. Вот это ваш интервал. Соня, еще один момент. Когда вот эта нога 5-6, сутуни 7-8, да. И потом он тебя чуть поднимает. Одна нога сначала Дима, вытянута, только потом... тоже чуточку пошире, можете? С одной ногой он тебя вытянут. Свет, можно к канону подойти? С канон, ребят. Олечка, последи-ка, да. Светлана, к сессонам, перед каноном. Первые и вторые. Вот сейчас точно по акцентам сделаем. 7-8. Кирюш, держи руки до конца. Без суеты, спокойно разошлись. Не сужаем круг. Катюш, стопы аккуратные. Баленые стопы аккуратные. Стоп. Свет, спасибо. Спасибо. Я бы вернулась еще раз на канон. То же самое, они сужают все равно. Угу. Встаньте еще раз, пожалуйста, на начало круга. Начало круга. И девушки, мужчин, еще раз напомню, когда меняемся сторонами, мужчины входят, девушки выходят, не идите по диагонали, выходите лучами. И мы также, ребят, входим лучами. Встаньте на момент, когда мы полкруга прошли, когда меняемся. Угу. И все шаг от центра сделаем. Девушки, не сужайте. Мужчину не давить. Только по прямой меняемся. Поменялись. Шаг. Вышли, сутуню сделали. И вот только потом мы начинаем двигаться два круга. Свет, можно нам еще раз с каноном можно, взять? Можно, да, канон. Девушки, еще один момент. Путаете руки. Сейчас, Светлана, секунду. Вернитесь, вот когда мы делаем перед вот этими шагами, да? За шаг скрещенные руки. В прыжке в ассамбле руки открытые. Через одну делайте по-другому. Делайте четверка, вот сделайте мне. За шаг ассамбле. Па-па-па-пам. За шаг ассамбле. Просто по-другому у вас идут руки. За шаг скрещенный, в ассамбле руки открыты. За шаг скрещенный, рам-пам, 3-4. Рам-пам, 3-4. Вот сделайте это одинаково. Четверка.
Подсчет просто. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шестерка так же делаете? Все понятно, да? Угу. Можно, Светлана. Канона. Антон, также не суетясь, да, спокойно доходишь, не суетишься, доходишь спокойно на свое место. Есть возможность вашу вот эту вот диагональ? Угу. Чуть-чуть, а чтобы вы видны были. Может быть, ее построить поположе. Вас совсем не видно. Прячетесь за кружком мальчиков. Немножко, да, если будет там место. Прям канона, Светлана. Конец барабанов. Далеко куда-то. Еще вперед, Светочка, еще. Ром, пока проверяешь руки, вспомни вот эти вот туда. Да. Не-не, вперед, Светлана, вперед. Еще немного вперед. Угу. Там не видно. Готовы. Внимательно по счету. И вот сейчас координируйте руки правильно. Не торопись, Соня. Соня, ты торопишься. Третий шаг сакцентируйте через пассе. Третий шаг. Не сужаем, не сужаем, девушки, не сужаем круг. Ну, чуть выше. Подрезаю, уходит туда. И в каноне, в шене то же самое. Да? Угу. Игорь, да, дальше. Расслабь. Катюш, сейчас, когда к ним присоединяешься, чуть-чуть поближе, да, немножко одна стоишь, чуть-чуть ближе к группе. То же самое. Вниз акцент, пяточка и флик эластичной стопой. Заводим за себя флик. И кокетливо, кокетливо. Да, Кать, так чуть лучше. Готов, фронт, готов. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Спасибо, остановимся. Кто неправильно делает? Девушки, на ранц, рон готов. И раз, два, и раз, два, и раз, два, да? Не съедайте его. Проделываем рон на раз, два, на раз, два. Все время на раз готова вперед нога. Давайте, вступим. Девушки, сейчас без шестерок, да? Светлана, можно сразу флейту и ее соло? Сразу, прямо вот без подхода. Немножко зажат. Чуть посвободнее, да. Немножко совсем назад, Свет, не сильно. Сразу ее соло. Тань, Игорь, чуть-чуть побольше пройдите, чтобы Ваню не перекрывать. Thank you.
Да. Три, четыре, подъем. Не спеши, Соня. Да? Угу. Спасибо, вместе теперь, да? Спасибо, спасибо. Теперь все вместе. Тот же самый момент вместе. Смотрите. Девушки, сейчас было верно. Соня, дальше не спеши. Тебя поставили раз, два, три, четыре. Дальше на пять, шесть. Не опережай. Они за тобой. Они потом отходят. Вы когда с девушками сделали ренверсе, чуть-чуть сместите и займите весь центр, да? Так, чтобы не быть все четверка смещенными. Потому что пятый пар отходит, и после ренверсе мы выстраиваемся ровненько. Нет, пируэт, тебе нужно только остановиться и сесть. С пируэта вниз, да. И, Никит, ты еще с пируэта шагаешь немножко в сторону. Пируэт, шаг вперед. Девочки, шестерка, у меня к вам такой маленький вопрос. Это еще раз так же, да, Свет? У нас же тоже было покурю вниз, куда там, налево, да? А во время утюжка у нас чуть наверх голова. Чуть-чуть наверх голова. Да. Вниз, туда, пум, а потом просто прямо пируэт. Попробуем это исполнить, верно, да? Была такая, вы просто подзабыли. Вот во время флекс. Покажи, как делаешь пируэт. Свет, так же сейчас, да? Можно, да? Ты немножко еще после пируэта шагаешь, как будто бы туда уходишь. Поехали, включаем, ага. Да, ну, грубо говоря, три. Ты сейчас, получается, делаешь два, третий начинаешь сходить, да. Раз, два, три. И делаем, делаем. Стасик, скок делаем. Медленно к себе. Угу. Ронд выделываем ронд. Опустились. Чуть-чуть сместились. Сразу грудная клетка. Дим, смелее ведешь. Спасибо, останемся. Ребят, пожалуйста, не срезайте этот угол. И девушки, когда канон делаем, и девушки, когда мы делаем шен потом. И ребята чуть здесь пораньше умудриться не срезаем. Войти, да, потому хороший, что совсем кто-то интервал. Добегает к центру, кто-то только встаньте, как еще мы пришли в прыжке, шапке, да, парни, мужчины. Уже было видно. Вообще нереально, да, сквозь. Жень, немножко вчера далековато было. Хорошо, ладно, даже если мы добегаем, все равно сымитировать, что все, Виталь, чуть да, поближе, вот подбородок и голова должна быть наверх. Дима там сейчас скажет. И левая рука. И дальше 4 шага. Ран, мужчины пам, и шапе. Пам, это не пам, про корпус, да, это про острый лоб. Раз, подчеркнули, вперед, пам-пам-пам. Доделали, пам, прыгнули. Да, каждый раз кто-то смотри. Съедает какой-нибудь... Свет, можно нам еще раз с призыва? Круг честно доделывайте, большой-большой ЖТ. Раз, два. Веселее это. Нога на меня.
локти. С хорошим дыханием. И внимательно считаем. Сложиться. Мы разошлись вчера. А то ж легче. Кружочки, когда собираемся, опустите корпус, опустите. Свет, стоп. Ваш кружочек разодите до того, как вы собираетесь. Каждый раз, когда собираемся внутрь, да, вместе, Оль, Кирюш, а потом раскрываем. Не только Катя, да, с Ромой к вам подходит. Потому что ваш кружочек девушки вчера разошлись, да, на этом подходе. Здесь вот собрались, и по ребятам тоже наверху посмотрели. Не знаю, как там, в принципе, посмотреть. Уже все элементарно. Просто надо посмотреть. Свет, можно еще раз с шапы взять? Это закончился мужской круг. Па-па-пам, па-па-пам, пам. Назад. Сейчас скажу. Девушки уже внутри круг. Мужчины и шапе. Да, чуть-чуть назад, чтобы мы круг поймали. Сон ножку заднюю. Присогните. Угу. Угу. Спасибо. Конец пастушки. Уголкам, да. И уголок. Есть у нас минутка, да, еще? Угу. Уголки. На углы заряжаемся. Танюш, Игорь, немножко далековато начинаете. Можете чуть-чуть изначально поближе. И четыре шага остановись. Раз, два, три, четыре, чтобы пятая рука, это уже отдельная женская. Я тогда на них буду смотреть. Нет. А, когда заряжаетесь? Да. Можем? Готовы, да? Соня. Не забываем пор-де-бра, когда на плече. Четыре, пять. Не шататься. Вот так. И вместе упали. Дим, чуть ниже можешь Соню уронить на выпад. Чуть пониже. Не спешим. Катюш, на центр. И слушаем ритм. Шире руки. Не торопитесь. Шен еще раз, если можно. Просто вот только шен, да? Ага, на секунду, да? Спасибо. Секунду. Ребят, вроде все сошлось, да, по расстояниям, но не забывайте, что прошли партнера, а носики, посыл корпуса друг к другу, да, не просто, да, а все-таки тяга друг к другу. Спасибо. На сегодня все. Вечером приходит первый и третий акт. Шестерка на вечернюю разводную не приходит. Первый и свадебный. Спасибо. Да? Вы смотрите трансляцию из Большого театра, приуроченную к Всемирному дню балета. Напоминаю, 2023 год стал в России годом педагога и наставника. И сегодня мы рассказываем и показываем вам наших педагогов. В конце прошлого сезона театр отпраздновал 85-летие Светланы Дзентимировны Адрыхаевой. Она танцевала на этой сцене 28 лет и еще 22 года выпускала на сцену своих учениц. К сожалению, в августе этого года Светланы Дзентимировны не стало.
Катя, спасибо, что ты к нам присоединилась. Екатерина Красанова – прима-балерина Большого театра. Екатерина много лет работала со Светланой Дзентимировной Адырхаевой. Кать, вот ты заканчиваешь академию и приходишь в театр. Ты сразу попадаешь в класс к Светлане Дзентимировне, правильно? Во-первых, здравствуйте. Рада всех поприветствовать. На самом деле это у каждого свой путь, да, вот к попадению к педагогу в театр. И у каждого он складывается по-своему. Я вот должна поблагодарить своего школьного учителя Гальцеву Татьяну Александровну за то, что она очень настояла, чтобы я продолжила учиться у Светланы Дзентимировны. Потому что ты еще такой юный, ничего не понимаешь после выпуска. И, конечно, вот этот толчок мудрый, он должен произойти от человека, которому ты доверяешь. И вот так состоялась наша встреча со Светланой Дзентимировной, которая продлилась целых 20 лет. И вы именно приходили на класс к Светлане Дзентимировне, или вы сразу же начинали что-то готовить, сольные какие-то партии, может быть? Мы даже начали ходить на класс, еще будучи ученицами. То есть мы еще не выпустились, но уже потихонечку посещали классы Большого театра и приходили именно заниматься к ней. И поэтому состоялось такое знакомство и с ней, как с учителем, и с ее методикой преподавания. То есть потихонечку как-то мы... Не сразу это произошло. А потом уже, когда я начала у нее учиться, мы начали очень много всяких партий пробовать, ролей и сольных. То есть это даже не то, что меня как бы куда-то поставили, и у меня был какой-то дебют. Это было очень много проб, ошибок и каких-то... Ну, то есть мы по утрам, вот как бы время было в залах, и мы приходили с ней и пробовали разные партии. Так она меня растила. Я знаю, что вы были чуть больше, чем ученик и педагог. Вот скажи, это помогает в работе? Помогало ли это тебе? И это же на самом деле так, это очень редко дорого, бывает. Да. Да. Это не сразу, конечно, складывается такой контакт, но я должна признать, что вот, ну, на классе мне тяжело давалось понимание, как бы это мой человек, мой педагог, и как-то мне... Не приходилось там сразу почувствовать, что ли, это. А вот когда мы встретились один на один уже непосредственно в зале на репетиции, мне так было все понятно, что она мне говорит, что она от меня требует. Ну, какое-то было все родное очень. Мне всегда был этот человек в зале очень теплый для меня этот человек был. Я всегда в любом настроении, в любой вообще как бы усталости в зал все равно приходила с удовольствием и знала, что даже если я ничего не могу, то Светлана Дзентимировна всегда найдет слова, и от нее столько было тепла, и она меня как-то всегда окутывала. И, конечно, постепенно у нас сложились такие отношения, которые гораздо больше выходили за рамки, нежели просто ученик и педагог. И она учила меня очень разным, мудрым вещам, не только как бы... относясь к нашей профессии, но еще и к жизни, и как себя, да, где-то повести. Но ты знаешь, как бывает не просто наша складывается творческая карьера, где что-то нужно, на что-то не обратить внимания, где-то, наоборот, как бы показать свои зубки. И это действительно как бы перерастало уже в большее. И она переживала за все травмы, за все какие-то неудачи. Это человек невероятной глубины, просто какое-то у нее бездонное сердце всегда было. Катя, спасибо тебе большое. Светлана Дзентимировна не стала в августе этого года. Она завершила прошлый сезон и ушла в отпуск. Увы, уже не вернулась. Но у нас есть уникальная возможность посмотреть ее последнее интервью, которое она дала команде «Билет в Большой». Давайте посмотрим его. Самое главное, где ты, в каком театре, у кого ты учишься. Статус – это главное, чтобы ты танцевала.
А уж если ты вдруг начинаешь вести балеты, то это вообще супер. Вот у меня балерины, которые сейчас, арабчата, допустим, да? А сейчас не буду называть фамилии, они все звезды. Кирсанова, Анастасия Сташкевич, ведущие. А вот сейчас пришла маленькая Сонечка Маймула. Не передерживай, Катя маленькая. У меня хорошие девчонки. В смысле, они очень дружные. Я даже не знаю, почему так восприятие, то, что педагог делает замечания, вижу, как они преображаются, какие подтянутые. Это очень важно. Чтобы педагог с учениками разговаривал на одном языке. Это очень важно. Раздвигаю волну, задвигаю. Ну-ка, хоп. Хорошо. Красивые спинки. Давай, давай, разрезай. Эти уже, которые все знают, они уже готовы. Только напоминаешь еще вот за этим следи, за этим следи, за этим следи. А есть, которые надо каждый шаг объяснять, почему, частота входа в движение. И это все укладывается. Ну, как вот в детстве ребенок там учит тихотворение. Или куда далеко ходить? Или язык. Вот я вот... Можно два слова про себя? Я, например, когда нас в советское время тогда же со всех республик группы отправляли детей, я, например, русский язык не знала. Ни единого слова. Я же из селения Хумалак, который вот близ Беслана. И попала я совершенно случайно. Пришла соседка и говорит: «Таиса, у тебя Света все время прыгает, скачет. А знаешь, по радио передавали, что набирают детей учиться танцевать». Конечно, что такое балет, никто не знал, тем более в те времена. Там, наверное, в Доме пионеров, что ли, детей смотрят, пропорции, линии. И педагог Варвара Павловна Мэй спрашивает у мамы: «А сколько лет вашей девочке?» Мама говорит: 8 исполнилось. А как вы знаете, принимают же в 4 класс по общеобразовательным, чтобы ты, значит, тебе должно быть 10 или 11, вот так, да? А мне только 8. Да еще это... образование. Первый класс на остинском языке в селении. И она говорит: «Несмотря на возраст, я все равно вашу девочку беру». И вот так. Девочка, которая не бум-бум по-русски. А дети же воспринимают быстро. Сама поняла, в чем дело, да? Не на копытах. Обязательно два свода, чтобы сработали. Я здесь это нормально. А вот тут вот перед турами. Давай, Ром. Раз. Лопатка правая. Не выпускайте. Как войду? Ну, с посылом сюда. Не выпускай лопатку. Правая не выпускай, носик на носок. Вот так. Так же. То есть срываешь себя. Вначале было, конечно, очень-очень непросто. Но у меня была переводчица. Я из села, она городская. Она русский язык знала, а я не знала. И вот когда Варвара Павловна Мэй делала замечание, я же русский язык не знаю, она мне переводила там, я не знаю, пятку сюда или там туда голову. В общем, было вначале, конечно, трудно. Thank you.
Если человек работоспособный, если у него данные есть, если мозги на месте, как говорится, это же тоже очень важно, то все, человек достигает то, что он должен достичь. Первая позиция, все чисто должно. Да, да, да. Правая лопатка, левый носок. Давай, давай, давай. Ну, все в тонусе. Не выпускай лопатку. Давай. Давай. Кто ко мне придет и, так сказать, я посмотрю, может, допустим, да, то... Понимаете, разница еще? Когда к тебе, вот, допустим, артистка вот хочет у тебя учиться, это очень ценно. Не за хвост тянуть, давай я буду с тобой работать. Ни в коем случае, это не для меня. А если он хочет у меня учиться, я буду работать. Талии поворачивай себя, да, и когда, да, да, от колена низы поют, не кочережки, а и кисточки, и концы ног. Очень важно увидеть в молодом даровании как-то перспективу. Это видно, из какого материала можно вырастить. Вот ты что, только не на весь взлетать, а проскользнуть, глиссе. Да. Ну, от опорной на опорную. Глиссад, да. И вверх коси в повороте. Нету. Нет. Ты растишь солистку, и ты с ней работаешь, ты должна понимать, когда надо сказать стоп. Нельзя дальше. Лучше завтра пропустить. Если все время долбить, то можно додолбить так, что у человека травма. Надо видеть, очень следить надо за ними. А бывает, давай, что они очень много заняты, допустим, что-то сольное готовишь, они еще в кардебалете туда бежать, сюда бежать, с урока бежать. Сейчас нагрузка очень большая, спектаклей много, может, еще и поэтому. Педагогу надо следить, с кем ты работаешь, чтобы не перегружать. А так, конечно, поколение интересное, которое приходит в класс, так смотришь на реакции, желание постичь. Что-то более, не только то, что в школе, а уже в статусе артиста. Экзамены же вот в понедельник были в училище. Видела. Ну, во-первых, интересно. Вот из училища же возьмут в театр. Ну, интересно, какой уровень, как. Интересно. Есть хорошие, да. Ну, жизнь покажет. Трансляция ко дню балета сегодня посвящена педагогу и наставникам. Рядом со мной Анастасия Горячева, ведущая солистка Большого театра, которая с начала сезона работает педагогом-репетитором. Добрый день, Настя. Здравствуйте, Денис. Скажи, пожалуйста, еще 2 месяца назад для артистов ты была Настя, для кого-то ты была Анастасией. Но вот сейчас к тебе уже многие обращаются, Анастасия Васильевна. Как тебе комфортнее и вообще привыкла ли ты к подобному обращению по имени-отчеству?
Денис, нет, я еще не привыкла, я еще в процессе, конечно, привыкания. Для меня сейчас какая-то вообще новая жизнь началась. Ну, ты знаешь, я вспоминаю, вот мой педагог Раиса Степановна Стручкова, когда я пришла в театр, она мне рассказала такую историю. Елизавета Павловна Герд, ее педагог, ей говорит: «Стручок, ты вот только пришла в театр, готовься к пенсии». Она говорит: «Как же так, я же только пришла». Она говорит: «Вот запомни». И вот сейчас я вспоминаю вот эти слова, потому что, правда, нереально быстро все пролетает, к сожалению. Но в чем вот сейчас мои как бы радостные, счастливые чувства, это то, что я могу продлить как бы свое творчество тем, что я работаю с девочками, с ученицами. Да, я с тобой соглашусь, потому что я сам пришел в театр в 2009 году, и у меня ощущение такое, что я пришел вчера, да. И пролетело это. 15 лет я работаю, да, в Большом театре незаметно. А ты вообще мечтала ли стать когда-либо педагогом? Может быть, в детстве, а может быть, когда ты танцевала, у тебя уже были какие-то мысли, что вот ты станешь педагогом-репетитором? Ну, ты знаешь, я как бы сейчас плавно так перехожу на эту работу, если так это можно назвать, но просто я еще продолжала танцевать и уже начинала репетировать. И это происходило вообще не совсем не сразу, и я, мало того, я сопротивлялась очень долго. Я никогда не мечтала, честно скажу, что я буду преподавать, потому что я всегда мечтала только танцевать. С детства обожала только танцевать и никогда не хотела никого учить. Но так сложилось, что мне Махар Хасанович предложил сначала попробовать. Я сначала отказывалась, потом попробовала, потом мне стало нравиться. И вот так вот дошла вот до сегодняшнего дня, что я получаю просто удовольствие и наслаждаюсь. Ну вот ты уже 2 месяца отработала педагогом-репетитором. И каковы твои впечатления? Какова сложность этой профессии? И что ты нового узнала про нашу профессию? Да, интересно наблюдать со стороны, конечно, потому что как ты сам только танцуешь, твое тело – это твое тело. А когда ты видишь другого человека, но хочешь, чтобы он сделал так, как ты чувствуешь. Вот в этом задача педагога – преподнести это довольно уверенно, нельзя сомневаться, что ты не прав, и предложить. И если ученица это как бы принимает, берет, как бы для нее это становится ее тоже – вот это тогда, мне кажется, удача. И это очень интересно. И мне кажется, вот если я еще когда-то выйду на эту сцену, мне кажется, даже это мне помогло бы самой даже. Ну, конечно, ты уже будешь с другим ощущением танцевать, да, потому что на тебя будут смотреть твои ученицы, и ты не можешь уже сделать плохо, потому что ты им делаешь замечания, поэтому ты должна сама выполнять это идеально, чтобы они потом не сказали тебе на репетицию: «Ну вы же как-то сделали на сцене». Вы же не делаете. Да. Еще я не могу тебе задать последний вопрос. Среди твоих учениц есть уже сложившаяся прима-балерина, а есть еще начинающая солистка, которая в этом году пришла из академии. С кем тебе проще, с кем сложнее работается? Я не могу сказать проще, сложнее, просто по-разному. Потому что с Сташкевич Настей мы работаем, у нас такой процесс идет, мы близки где-то по возрасту, да, поэтому я как бы ей только предлагаю, говорю: «Настя, если ты чувствуешь, что это твое, попробуй». Она, ну, там, ты соглашается или нет, но она уже сложившаяся балерина. А вот с молодыми девочками, с Машей, Сонечкой, Маймулой, мне приходится немножко по-другому. Я беру на себя больше ответственности для того, чтобы что-то дать. Мне хочется им что-то предложить, в надежде, что они это возьмут тоже. Я не знаю, возьмут ли. Но всегда есть работа на результат. Конечно, результат может быть разный, но всегда усилия, которые мы прикладываем, всегда одинаково максимальные. Ну, это понятно, да. Действительно, когда ты уже работаешь со сложившимися артистами, то сложно их исправить, потому что у них уже какие-то, да, партии готовы. А когда ты готовишь какую-то новую роль, очень важно с новыми балеринами подготовить их правильно, чтобы это был дальнейший багаж в их жизни. Да, ну а сейчас Анастасия вместе с Валерием Степановичем Лугуновым проведет репетицию балета «Баядерка». Репетировать будет премьер Владислав Лантратов и солистка Мария Кошкарева.
Степанович. Настенька, с чего, детка? Не одаживай сейчас. Давай. Одаживай. Правильно. Давай. Настюшенька, я еще ей сказал, понимаешь, какая штука, перекидное, нельзя закрытую ногу бросать. Перекидное бросается вперед, тогда ты входишь в движение, в поворот. Если ты закрытая нога, ты на животе. Да, согласна. Ну, вы сказали, да? Да. Хорошо. Да. Ну, я еще раз. Последи за этим. Да, вот с подбора начнем. Хорошо, хорошо. Хорошо. И хорошо, что голова друг на друга. Молодцы. Нет дешевки на публике. Высокий корпус. Желудок, желудок. Очень мягко, аккуратно. Вперед, корпус, вперед. О, молодец, все правильно. Вперед, а дальше руки как хочешь. Хорошо. Плечики вниз на вращение, Маш. Смотри вниз. Закрывай ногу. Здесь открыть. Выше, выше корпус. Желудок. Сейчас ровнее, хорошо, молодцы. Ниже руку. Левая, да, Надюша? Ничего, нормально. Неплохо, неплохо. Да. На, как? Отец, Настенька, скажи. Да, хорошо. Скажи, не нет. Очень сделали. Хорошо, так молодцы. Вот этот, Владик, поворот, вот здесь вот, через спину. Покажи, пожалуйста. Да. Детка, смотри, ты должна к нему повернуться, чтобы вот в этом положении не быть. Можно сказать? Вот, давай. Да? Ты в люпе. Прям красиво. Через пассе, потому что ты только с КДП уже коленом вот так вот повела.
довела до арабеск. Да, да. Делаем до арабеск. Отсюда делаем уже... Абсолютно верно. Да, и вот тут, когда ты дальше тянешь, тянешь, и вот тут снизу чуть-чуть возьми побольше корпус. Можешь это добавить? Mm-hmm. Шаг-шаг широкий, широкий, и далеко пошло туда. Молодец, молодец, нормально. Вот этот поворот давайте. Да. Давай обводку тоже сделаем. Обводку не очень понимаю. Вот подними, пожалуйста, сделай с ней обводку. Как в классе, а даже вперед пяткой, вперед, вперед пяткой. Так, видите, перелез гон. Вот. Дальше. К нему. Еще чуть-чуть быстрее, чтобы вот этого не было. Сейчас лучше сделаю. Но на него смотри, еще вот этот поворот сделай. Так. Угу. К нему. Вот. Вот сейчас нормально. Он тебя не раздирает. Да, Настенька? Повторим это, да? Конечно. Правильно, Настенька? Абсолютно, Олеся Степанович. Что еще? Сделаем это, да, сейчас музыку. Давай, давай. Давай. Я понял. Дегаже. Парам, 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 парам. Ну, за первым разом можно. Хорошо. Я отпускаю руку. Закрывай, закрывай ногу верхнюю. Она не, чуть не успевает все проделать вот это, пока вот она если все... бы шаги бы сделала, думаю, если бы сразу быть... бы не... А скажи, может быть, она встанет к тебе вот так, а дальше раз она до люпе вынимает красиво, а то получается она вот так и снова вот так делает два раза. Может конечно. Быть, подойди к нему просто встанешь, да. А вот тут красиво, да, да вынешь до люпе, и тогда время да. сэкономить. Это правильно. Ну, теперь носишь, носишь. Правильно. Чтобы просто не суетно было, да, чуть-чуть вот это вот. Она. Ты могла бы еще сделать шаг-два. Что-то долго держишь очень, пусть уходит. Вот этот. За руку. Уходит, уходит. Да, очень долго. Пусть уходит быстрее. От тебя отрывается быстрее, чтобы ее диагональ была видна. Сразу конец докажи. Вот почти оттуда брали, только чуть подальше. Да. Подойди туда поближе. Вот, отпускай, хорошо, вот сейчас хорошо. Уходи, уходи. Спасибо. Сейчас хорошо, вовремя отпустились, нормально, пусть делает. Шевелись, больше диагональ надо пройти. Прям шаги у тебя, ноги длинные, все данные хорошие, прям бери под уборы и все. Настюш, теперь посмотри, какая штуковина, Владик. Вот спиной, когда высокий у тебя единственный высокий спина, это хорошо. Что ты ржешь? Я больной человек. Бронхит замучил. Почему ты позу не нарисовала? Последнюю. Последнюю. Да, куда-то опрокинул. Ты лебедь, что ли? Вот это диагональ рук. Это ниже, это выше. Вот все твоя поза. Почему ты ее туда куда-то прокинула и закончил? Соображаешь, что делаешь?
Что еще, Настюш? С этого, с отсюда, да. Хорошо, на него молодец. Хорошо. Вывернутая нога левая. Хороший пирог. Вытягивай ее, давай, достань там, Владик. Свободные руки, да, здесь на аттитюде? Прям свободные. Нет, свободные. Я пытаюсь помочь, да? Вращать, потому что я вижу, без форса встала. А что мне делать? Мне нужно помогать. Ну, аккуратно, в пределах, да. Ну, как вчера мы хорошо сделали. Да. Ленточку запрыгнешь? Все, так же, да? Да, так же. Олег, так же. Этот аттитюд хороший, да? Вот аттитюд хороший. Работка хорошая, красивая. Да, да, она высоко держится, да. Вкус нормальный. И вот мягко. Еще. Так, хорошо. Хорошо. Так. Молодец. И за носочком далеко. Хорошо. Все мягко, правильно. Спасибо, вот этот вот поворот, Владик, тоже не очень четко. Тоже к нему лицом сделай, тогда он будет очень логичен. Вот этот вот. Какой, Владик? Он сам тебя повернет. Идем, 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 и ты уже хочешь отсюда начать. Да. Нет, вот. Вот отсюда, лицом к нему. Да. Давай, тогда будет логично. Давай. Ведите. К нему. Ну, получше немножко. Есть немножко тормоз в моменте. Немножко, сейчас. Немножко, но сейчас значительно лучше. Еще раз, можно эту обманочку? Она должна понять, когда ей остаться к нему лицом. Вот смотри, медленно делается. Медленно, 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 медленно. Пусть он идет. Вот к нему лицом. Вот. Да. Сделайте еще разочек, теперь я посмотрю издали. Правильно. Чего ты боишься ножку поставить? Тебе неудобно? Удобно? Что как-то шатковатка, шатковалка. Хочется на собранной ноге. Да. Хоп, и все. Ну, поворот правильный, Настюш. Что ты хочешь? Попробуй. Ты хотела бы что-то повторить или вариации что-то взять? Или как? Какие тебе мысли? У нас просто еще репетиция будет потом. Сейчас хочешь вариацию? Здесь, на этой сцене, сейчас попробовать на основную. Антре хочешь попробовать? Ну, давайте. Ничего, да. Сейчас антре наоборот. Назад возвращаемся. Маша, помнишь, да, опорная нога, которая... Простите, просто вспомни, да, что антре-лясе, чтобы нога, которая будет...
то та, которая нога приходит, да, под тобой была. Все, извините. Еще разочек, простите, пожалуйста. Как ее зовут-то? Маша. Машенька, и на перекидном корпус держи высоко, не надо ложиться. Делай выше себя. Будешь на своих ногах. Никогда не окажешься. Можно? Это правильно. Вперед, вот, вперед, ватман. Выше корпус. Вперед. Так. А сейчас корпус вперед. Вперед корпус. Все-таки икает, видишь? Ну, лучше, да. Сейчас я поняла, да. Марченко до сих пор не икает. Марченко до сих пор икает. Да. Не исправлено вовремя. Не... Смотри внимательно. Без корпуса, Маша, же ты. Плечики не дергай. Плечи вниз. Да. Ну это ничего, аттитюд там, нормально. Подожди. Там аттитюд тоже хочется в музыку остановку, когда... Да, может, не остановить. Я позвоню. Да, не жадничай, сделай на один меньше, ну, в музыку, не позже. Дальше надо? Дальше. Держит и сбрасываешь. Так, голова, Владик. Так. Второй раз не оставила голову. И в сторону. Почему вперед? В сторону делай. В сторону. Плечи вниз. Еще вперед, они хорошие. Это нормально. Да, добыря в сторону. Не по диагонали, не вперед. Настюш. Да, ты там наверху это делаешь, просто в сторону. Да? Да. Почему ты делаешь и раньше сделала вперед? Откуда это? В сторону, в сторону. В сторону, да. Куда в сторону делается нога? А, стоп, еще, Настюш, да. Еще, прости, ребятки. Гранд-жете, подобурая головка вниз и наверх. Почему мертвая голова? Да, с головой точно. Вообще мертвая. Стоит вот... На ложу. И все. Прыжок. Раз, два. Раз, два. Первый раз оставил голову, второй раз вообще нет. На левой ноге. Поздно, поворачиваешь. На левой оставляешь, на правой поворачиваешься ноге. Вот. Ну, давай, Настюш. Может быть, с ЖТ тогда, да, вот с этого вниз? Вниз! Вниз! Сбрасывай руку! Оставили! Так! Оставили! Вот! Молодец! И в сторону? Направо! Так! Налево, на центр иди! С головой? Плечи вниз! Все хорошо! Перевод у него хороший, это замечательно. Это хорошо. Что у него... Я прокидываю голову слишком. На него смотри. Все, спасибо. Сейчас хорошо. Ну, руку сбрасываешь все равно, же ты. Вот, видишь, смотри, он прыгает, потом его раскрывает. А у тебя немножко вот рано. Да, чуть-чуть. Это да, наверху. Это обязательно. Руки вообще нигде не сбрасываются. Угу. Хорошо. Подбурай какое-то неловкое. Что ты так? Знаешь, как Майя Михайловна, она вот одевала туфли плесецкие и из стороны в сторону так вот и ходила.
на любой репетиции. Знаешь, какие крепкие были ступни. Сделай подбор, нафиг, посмотрите. Подборы направо смело, смело. Задний, задний ногой иди. Давай, задний. Вообще, сейчас, ну, сейчас хорошо, да. Да? Ничего. Шевелись. Да. За шаг? Нет, там. Такой большой, думаешь? Далеко уйдет. Нет. Далеко уйдет. Сейчас у нас заканчивается. Нет, сразу, сразу, сразу. Себя ставишь. Да, иди задней ногой. Задний, вот. Сейчас лучше. Вот, да, сейчас хорошо подбор. Тренируй, детка. Все, ребят, спасибо. Спасибо вам, спасибо большое. У нас все, что здесь время заканчивается. Такая прелесть. Спасибо большое. Ой, чудесно. Не встречаемся больше сегодня? Встречаемся. Еще встречаемся? Неужели? Ко мне присоединился Петр Казьмирук. Петр, вы работаете с мужским кардебалетом. Расскажите, пожалуйста, как давно вы стали педагогом-репетитором и чем интересна эта работа? Эля, добрый день. Тем более, что это день балета. Да. Тем он еще добрее. Но я не только с мужским кардебалетом работаю. У меня часть спектаклей, большая часть спектаклей, в том числе и с женским кардебалетом. Как давно? Наверное, с 18 года я. Да, и первый балет это был «Жизель», «Крестьянский танец», где и мужчины, и девушки. А вот все-таки, поскольку, ну, большая часть вашей работы все равно, наверное, с мужчинами, вот в чем сложность именно работы, наверное, с мужским кардебалетом? С мужчинами никаких сложностей. Всегда все собраны, дисциплинированы, на одном языке говорим. Тем более те спектакли, которые я веду, «Спартак», «Легенда о любви», им это интересно. Это сложно, это есть что поделать, есть куда вложить свои эмоции, поэтому все репетиции проходят замечательно. А тогда в чем может быть сложности в работе с женским? С женщинами, да. Женщины. Женщины загадки. Вот. А потом всегда же есть момент пальцевой техники. И да, эту загадку самому тоже иногда интересно разгадывать. А тогда расскажите, может быть, чем педагог-репетитор может помочь артистам? Ну, точнее, наверное, даже правильно сказать, какая поддержка вот от педагога необходима артистам балета? Ну, это правильное слово, то, что помочь, потому что я воспринимаю свою работу именно как помощь. Я в какой-то степени, наверное, как настройщик, готовлю артиста к выходу на сцену. Связующее звено между сценой и зрительным залом, так, чтобы было комфортно артисту на сцене и приятно зрителям в зрительном зале. Спасибо большое, Петр. Мы возвращаемся на историческую сцену. Спасибо. Артист балета Даниил Потапцев и прима-балерина Елизавета Кокарева уже готовятся к репетиции балета «Жизель». А проведут эту репетицию педагоги-репетиторы Мария Алаш и Виталий Брюсенко. Вы мали? Как скажешь. Ну, давай не сегодня. Хочешь, Лёшу туда позовем? Да. С крестиком? Давайте с креста сойдем. Сойдем с креста. Начнем. Олег, здравствуйте. Нет, спасибо. Мы любим стоять. Кто уж тут сидеть-то будет? Ну, так сильно не прижимайтесь к роялю. Чуть-чуть выйдите. Больше. Дань, просто стоишь. Вот такая. Ты просто стоишь. Там небольшое пространство, поэтому вставай устойчиво.
Ты как опора. Так, чтобы Лиза могла на тебя положить ручки и опереться. Дань, вот правильно, за ней стань. Вот здесь, вот так. Угу. Ну, Дань, голову немножко подними. Вот так. Вот можно, Олег? Немножко правнее бедра, Лиза. Угу. И защищай его. Защищай. Опустили ручки уже. И останови его. Останови. Мелкой подобуры. Попробуй мне сейчас ручки взять через крестик. Не шатайся. Через крестик, Лиза. Да, вот так. Кисточки брось. Живот в себя. Открывай третью позицию. И вдохни воздух. Ну-ка, давай-ка еще разок. Спасибо. Спасибо, Олег. Вначале проведи ножку, сядь, а потом пойдешь. Вот сейчас, да, вот брось прям кисточки, брось. Твое ухо. И немножко голову налево подняла ногу. Потом перевела. Проведи ногу, сядь в арабеск. А потом нет, брось голову и кисточки немножко удлини, длинные по пальчикам воздух. Прям потекла водичка по пальчикам. И обошла Турлян. Почему вы прошли, как Олег, можно дружку, да? Подошли. Да. Вот смотри, вот на сторону ложи. Незаметно сходи. Чуть можешь ниже ручки взять. Брось прям кисти вниз. Вырасти еще. Сейчас на плие сидишь и отрываешь носочек. Не резко, спокойно, не торопись, здесь море музыки. Вздохни ручками. Попроси тихо, попроси. И друг через друга пробежали, коснулись пальчиками. И уже отходи мелко-мелко, подобра мелко. И раз, не торопитесь. Красивая маленькая кудепье. Покажи экарте. Ведем еще ножку в экарте. Олег, чуть-чуть спокойнее. Сейчас верни ее, Даня. Раз. И чуть-чуть выпусти вперед. Верни. Потянитесь. Олег, еще немножко спокойнее. И расходитесь. Вас растягивают. Еще, еще плечиками назад. Еще расправь спинку. И не выпускай, не выпускай ее, не выпускай. Ну что, чуть-чуть вытяни ее вперед. Больше головы, Лиза. Сейчас сильно корпус не роняй. Остановитесь, стоп. Да, видите, вы немножко опаздываете музыкально. Олег, может быть, еще чуть спокойнее пока что.
когда сходитесь, более трогательно сойдитесь, подойдите друг к другу и положите головы. А когда расходитесь, прям мы должны поверить вам, что вас растягивают вот туда, вдаль, подняв подбородок, да. И теперь сила любви нас воссоединила. Да, и вот эта левая рука. Лиза, очень... больше. Вот эту левую руку чуть мягче возьми. И иди к нему. Вот прям вот под лопаточку возьми ее. Когда, как да? Вырвись из их рук. Угу. Давайте. Давайте еще раз садитесь. Без музыки сойдитесь. Покажите. Сошлись. Сошлись. Только не семени так ножками. Все-таки ноги достаточно уверенные. Дань. Шаги уверенные. Не клади. Это а она ты не знаешь, тебе. Какую ногу подобрать. Клади голову на плечо. Раз, два, понимаешь? Три. И вот ты пришел. Ты здесь как опора. Ты, вот здесь, как, да. ты здесь как опора. Понимаешь? Маш. Да. Вот смотри, вот он подходит, да, смотри, да, вот получается, что ты кладешь ей тоже. Ты больше она как бы, ты немножечко она? Как ушком. Ты немножко больше к ее голове, к наверное, ее голове, сложись. Да. Вот здесь, правильно. Вот так, да. И дальше. И вот дальше ты, вот вынимай. Встал, все, стой. И у тебя следующий шаг угу. только ножку. На фуэте. Стоишь. Стоишь, поэтому здесь рассчитать. Вдохнула очень... чуть больше, Лиза. Вот видишь, чуть-чуть далековато стоишь. Ну ничего, дальше. Да, только сейчас у тебя шаг. Продли. Лиза, вначале продли четвертый арабеск. Продли четвертый арабеск, а потом выйдите, оттянулись. Не торопись ее выпускать. Раз. Да, обязательно покажи все-таки четвертый арабеск. Вот этот шаг не делай под нее, иначе ты ее точно выпустишь. Поэтому вот под себя и только это... Сюда. Она тогда и дальше покажите вот эту оттяжку. Да, и вот это обязательно оттяжечку да, сделай. Да, с хорошей спиной. Да, давайте сначала адажу. Лиз, не перекрещивай кудепье, прям вынь красивое кудепье. Немножко глубоковато, хочется увидеть его. Если ты отрываешь руку. Вот оно вынулось, такая красивая. Покажи свою. На обводке. Ну нет, я вот ты ее как раз за косточку делаешь. Я имею в виду обводку, вот это. Раз. Два. Вот, во-первых, не комкай руку, да? Ты по ее руке. Вот эта рука длинная, а вот как бы. Головой больше. Раз, два. Проводи, вот только ногу подставил. И вот только вот здесь покажи закрылась. Руку. Да? Ты еще, начинаешь обводку, причем рука высокая, да. Она не низкая. То есть это как Алянже, это вот и. Может быть. Вот такие моменты. Не. Она, ну, если не высокая, то длинная вот в этом самом. В стороне, оттяни. Олег, мы еще раз возьмем уже адажу общее. И все, вот вы встречаетесь, ты рукой допиваешь. И здесь также по ее рукам идешь. И вместе ручки. И сейчас не выстреливайте, плавно. Ну вот загнула. Вот видишь, если ты встаешь, и она вот туда уходит. Начинаешь с того, что ты вот это делаешь. А мне нужно подхватить руки. Его. Вот так вот придерживаю. Иначе я не просматриваю. Оно не просматривается. Вот юбка длинная здесь. Пальчик, хочется увидеть ручки, красивую чтобы она работу по ее движениям чувствую, когда она начинает и вот сразу, вот, конечно. И высоко бери. Прям вот здесь. Дань, так, чтобы у нее видны были кисти. Конечно. Олег, можно еще разочек? И сели вниз, на бочок немножко согнулись. Да. Не разъединяй ручки. Вырастай. Можно еще чуть позже голову опустить. Легкий вздох. Вздохнули. И потянись туда, прям до... Ай-яй-яй, Даня, много... Стоп. Многовато выпустил. Подожди, вначале на себя, а потом такой, как качнул туда. Легкий кач. Поплыла. Ничего. Ну, Даня тебя удержал. Смотри, вот эту ногу... А почему Лиза ушла? Потому что ты ногу поставил за нее, конечно. Ты должен под нее. Это раз. И вот ты закончила водочку. Она так просит вот этот вздох-перехват. Не цепляйся сразу. Да, вот дошел, тик, она на ноге стоит. Чуть-чуть вот придай ей вот этой воздушности своими руками. Еще дольше. Вот дольше и карте. И нога пошла назад, и вот тогда ты опустила голову. Олег, еще разок. Растай прям в плие, растай.
И также незаметно поднимаемся, да. Веди прям пяточкой вперед. Выходи, еще, еще. Выходи. Да, не, да, не проходи, проходи. Хорошо? Только длинные кисти, Лиза. Вот здесь вздох. И раз. И оттянул два. Правильно. И раз наверх. Потянулись. Хорошо. На круазе. Олег еще немножко шире. Вернул. И шаг, и шаг, не опаздывайте. Ничего. Далеко, далеко, Даня. Уже провели и оттянулись, поднялись, рука, голова, голова еще, Лиза, вот так, рука, плечики, Даня, спинка, и отходите назад, отходите, мелко, 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 и сейчас вспомни про носочек. Проскользни вдаль, кисти красивые, и еще лопатку, Лиза, дай, Даня, потянулись, потянулись, и хорошо, только не перед лицом рука, сейчас прям веди носочек, но не, да, можешь чуть-чуть повыше, прям не совсем пол протаранить. Да, вот правильно сейчас рука пошла, не перекрывай лицо. Правой рукой держи, правой. Угу, хорошо. Кладет слишком на ена. Ну, можем сейчас повторить еще раз. Да, про нос надо посадить. Давайте дойдем до конца. Ай. Даня, поворачивай. Ай, ай, ай. Да, ну, остановитесь, остановитесь, спасибо. Потом успей переложить ручки. Когда делаете переносы, не разворачивайтесь сильно. Все-таки хочется видеть арабеск. Мы сейчас повторим эти переносы. Смотри, носочком не ты-да-да-да-да-да-да-да. Ты очень туда ставишь хорошо ногу. Ты по, как по воздуху чуть-чуть скользни. Очень, очень развернул вот в эту сторону. Оставаясь она на опорной ноге. Ноги раскрыты, оставайся вот но на этой лопатке, проскользнешь. Правую, и вот туда вдаль бесконечный арабеск. Максимально только, Лиза, не закладывай. Мы должны, да, все-таки видеть твое лицо. Что хотел сказать? Вот больше. Что хотел сказать? Ничего. А, когда тебя вот тащили, оттащили, оттащили. Понимаешь, несу, когда туда закладываешь? Ты к ней, к ней. Вот туда. Два, да, два, три. Очень сильно, смотри. Вот еще. Тай-рам. Бесконечно. Вам, хотела показал, дотянуться, шаг, а потом... Стой. Не, покажи перекры, ее не перекрывая лица. А вот потом спокойно, дать лопаточку. Хорошо, обязательно. Это два. Нет, вот ты разворачиваешься. Угу. А мне надо именно вот это положение. И тогда Дане будет очень удобно. Мне очень не нравится вот это вот ее ЖТ после первого. Я бы его сделала чуть позже и легче. Да, какой-то. И, наверное, может быть, не так высоко ногу, чтобы было та-там. Вот здесь встала, потянулась дальше на Даню. Я бы даже назад немножко отклонилась, а потом вот это вот ЖТ сделала и уже пошла бы в переход. Хочется Да, но через верх. Вот ты стояла и перевела руки. И пошла и вниз. Угу. Давайте эти переносики сделаем. Подъемы были хорошие. Да, легкие были. Немножко подъем. Широковат глиссад. Получается прям такой огромный глиссад. Немножко более сдержанный. Долго не неси на глиссаде. Это такой, знаешь, это как вздох перед хорошим подъемом. А Лиза широко ноги не раскрывает. Все-таки два а шага получается делаешь, больше как получается... подыша. Понимаешь, такие широкие-широкие ножки. Такой... Поближе, чтобы быстрее дать ему возможность перейти. И немножечко все, Дань,
вот эти вот... Все время вы как будто опаздываете, да? Лиза долго вынула ногу. Вот чуть пораньше поворот. Да, и вот здесь. А потом еще оттянуться, вернуться и пропеть рукой. Как идет ваша репетиция? Здравствуйте. Здравствуйте, Махар Хасанович. Вы нормально идете? Слава Богу. Слава. Лиза, как Даня? Молодец. Ну, понятно, только начинается все у него. Поэтому поддержи его. Тебя же поддерживают? Или есть уже на него жалобы? Вы нам никогда не мешаете. Готовы. Кисти собери немножко, большие пальчики. Допивай все ручками. И чиркни нас словечком. Дань, дай ей эту возможность. И неси, проходи, да, чтобы она пролетала. Ой-ой-ой, немножко много. И назад, вперед. Неси, пролетай. И вот стоим, и раз, на два перешли. Хорошо, и скользи. Дань, ты немножко рано ее переносишь. Ты оставь ее вот на этой ноге. Пока она скользит, она еще сидит на опорной ножке. Так, чтобы у вас не было положения четвертой позиции. А вот одна, вторая ножка. Ко второму разу подойдем, Олег. И вот это же ты немножечко, может, на экарте, получается, вылезгон. Можно на экарте вниз его сделать. Не по прямой, а чуть-чуть. На экарте вниз. Тем более там стоят девочки. Да? Они вам не дадут, конечно, разгуляться. Давайте. Второй перенос, Олег. Второй. Да. Да, они сделают ЖТ. Потянулась. Вот возвращаю ее. Много? Переноси. Выпускай, не бойся. И перелетели. Только в глубокую пятую ставь. Неси ее. Молодец, Даня. Пятая, Лизонька. Неси. Ну, это уже в гримерке у нее. Хорошо, согласен. Перехвати правой, перехватывай. Сделайте еще раз вот этот поворот, Дань. Ты ее прям должен довернуть до круазе хорошего. Вот как... Лиза, встань, пожалуйста. Барабас. Вот смотри, как только она пошла, перехватываешь уже... Она у тебя на правой руке. Видишь? Она у тебя на правой руке. Угу. Ты... Правой. Да, правой перехватил. Только вот, не так резко, не чтобы так резко, прям да? был все достаточно плавный поворот. Все более слеговано, но по рукам правильно. Руки активные здесь. Олег, последний перенос и... Или хотите вторую прямую сделать? Сейчас ЖТ было приличное, Лиза, только надо быстрее подвести кудепье, чтобы ты все-таки на кудепье была в воздухе. Как ты держишь на ЖТ ее? Да. Да. Та-ти-та. А иначе получается вот это положение. Да, вот ног не хватило. Немножечко она как будто на тебе висит. Знаешь. Сделай еще раз ЖТ. Да. Я что-то какая-то. Вот не могу понять. Вот сейчас хорошая. Вот подожди, потом ее не отправляй туда. Немножко посади. Сейчас первый раз вот сейчас перед тем, классно. Как проскользнуть, много вот оставил ее Приходи. На опорной стороне. Прям. Знаешь, как. Рядом с собой поставь ее. Олег, ко второму разу. Тати, уже ЖТ играете. Тайра. И скользи носочком, и рукой раз туда вдаль. Выпускай. Плечико вниз, Лиза.
Еще сейчас правое плечо опусти. Ниже руки. Вот сейчас очень хорошо Дань взял, молодец. Перехватил. Ножку выше. Шаг от нее. Ручку оставил левую. Мелко-мелко подобуре, как будто ты плывешь. Еще иди, Данечка, иди, иди еще. Ну, не коси, не коси глазками. Стой, стой, аккуратно, аккуратно. И клади. Давайте эту позу с вами. Да. Вот хотелось бы заднюю ногу чуть-чуть отодвинуть. Да, немножко сядь, вот как... Да, только вот эту сильно не выворачивай, да. Ну, чтобы тебе было устойчиво, Дань. Хорошо, так устойчиво пусть будет так. А, сделайте. Вот еще немножко больше я бы положила спинку, чтобы Лиза подошла, и ей прям бедрышки надо положить тебе вот сюда на плечики. Да. Вот, вот это не выворачивай туда, наоборот, чуть-чуть вот, вот эту вот, часть, вот так вот. Вот, вот, так вот. Вот, 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 вот. А, да. Вот теперь... Плечо. Вниз. Честно, мне кажется, что можно чуть-чуть повыше. Ну, попробуйте повыше. Вы пристроите ту позу, которая будет тебе удобна. Да что-то я чувствую, что... Что, а что ему повыше? Руку? А, нет, немножко корпус. А, корпус, выше. Все. Значит, тогда не так глубоко. Плечо можешь чуть-чуть назад осадить, левое. Два. А это ручка впереди вот здесь. Лиз, так, чтобы у тебя и нога поднялась, и тебе было устойчиво. Вот так, да. А дальше, Даня, немножко помоги ей. И ты отошла, да. Замечательно. Я бы еще раз вот этот сходик сделала. А, дай ей возможность поднять ногу. Да, когда повернул, у нее должна обязательно подняться ногу. Смотри. Раз, два. Вот она ставит. Только не через... Вот. Шаг. Так, ручки опусти. Шаг. Да. Левую руку оставляешь. Угу. От нее а потом подхватить уже. Ручку этого и вот так. Два, три, четыре. Пам, пам. Эта рука уже готова. И ты садишься. Пам. Эту ручку вообще не трогай. Она как... Она... Хорошо, да очень хорошо. Молодец. Да, как молодец. Здесь уже идет от тебя. И ЖТ были очень хорошие, и переносы были замечательные. Если еще будете... Да. Вот... Через низ хорошо. Кач делать будет совсем хорошо. Нет, ничего, все хорошо, Дань. Угу. Сейчас очень прилично было. Самый кончик, Олег. И спокойно поворачиваешь. Не торопи. Перехватил. Немножко много повернул. Наверх ручки. Уже, и опускай. Уже иди, иди, иди. Мелко-мелко идешь, еще мельче, Лиза. Прям плывешь, ничто не сотрясается. Тоже ручками немножко вздохни. Спасибо. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Ничего, молодцы. Да. Молодцы, было очень прилично. Хорошие были переносы, мне понравилось. Очень прям сегодня. И ЖТ были очень хорошие, особенно в левую сторону. Как ни странно. Да. Влево даже лучше, вправо, чем вправо. Да. Но единственное, вот глиссад. Хотелось бы от вас увидеть чуть меньше глиссад, чуть он, дольше пока перенос. Он переделывает его пока. Пока он еще не чувствует этого... Пам, ну, пам. Ты не старайся объять необъятное, а хороший. Ну, давайте сделаем. Это как хороший такой легкий воздушный шаг, ребята. Три. Немножко больше да, закрузитесь. Пам, пам. Вот. Верни ее, Даня. И. Пам. И пам. Раз наверх. Вот. Лиза, руки через первую. И по себе. И раз наверх. Два. И по себе вот дольше по себе держи, руки потом уже. Спокойно опустил. Пам. Угу. Угу. Хорошо. Да, хорошо. Молодцы. Так, а можно все. Дальше? Я хотел, чтобы он сделал кабриолечки и пируэтики. И вот эти. Все? Все?
Ну ладно. Спасибо. Как все? Или, может быть, еще? Лично мы все. Сделай отдельно. Все? Сделай пока отдельно. Аншатро? И. Та-да-рам-пам. Там-та. Только не рви. К нам присоединился художественный руководитель балетной труппы Большого театра. Махар Хасанович, добрый день. Здравствуй, Элечка. Этот день балета посвящен педагогам и наставникам. И поэтому вытекающий вопрос, какими качествами должен обладать педагог-репетитор Большого театра, на ваш взгляд? Во-первых, хочу сразу сказать, что я никак не думал, что настанет день, когда интервьюером у меня будет Элечка. Да, замечательная наша прима-балерина. Что же касается, какими качествами должен обладать педагог, который работает в Большом театре, я думаю, здесь сочетание многих качеств на самом деле, и они все известны. Первое, это, конечно же, человек должен понимать, что, какие задачи перед ним стоят. А самое это главное, я думаю, что педагог должен забыть о себе. И полностью просто быть поглощенным учеником, артистом. И смотреть на артиста, учитывая его возможности, учитывая его данные, учитывая его талант, в какой-то четкой, последовательной работе начинать с него, условно говоря, вытаскивать то лучшее, что он даже сам не знает и сам не замечает. На самом деле, если коротко, это жуткая работа. Почему? Потому что педагоги, мы знаем, они всегда остаются в тени. Все аплодируют вам, и заслуженно, когда это убедительно и ярко, а педагоги остаются в тени. На самом деле, конечно же, не является большим секретом, а что в нашей работе и в нашей профессии едва ли не самое главное – это педагоги-репетиторы. Потому что очень многое зависит для артистов, кого они на пути встречают, с какими педагогами они потом впоследствии работают. Поэтому, конечно, для меня педагог, прежде всего, это тот человек, на которого я надеюсь и возлагаю большие надежды. Я множество раз говорил, и хочу еще раз повторить, мне кажется, что имея средний, грубо говоря, материал, но имея талантливого педагога, у нас все шансы добиться самых высоких результатов. Вот когда это обратно, это очень тревожно всегда. Поэтому мы всегда исходим из того, что, конечно, это здорово и замечательно, когда педагоги, которые сами прошли свой сценический путь на сцене Большого театра, потом могут передать свой опыт также будущим поколениям. К сожалению, не всегда это сочетаемое качество, будучи замечательной балериной или танцовщиком, также потом впоследствии можно стать замечательным педагогом. Но у нас, слава богу, есть такие примеры, чему я безумно рад, поэтому это все на самом деле внушает доверие и надежду на то, что мы и так дальше будем идти. А чем, на ваш взгляд, отличаются педагоги старшего поколения от более молодых педагогов Большого театра? Но старшее поколение все же вышедшее из другой формации. Начнем с того, что все же старшие педагоги, если мы имеем в виду тех педагогов, которые учились в советское время, которые вышли из советской формации, ну, конечно, они другие. Во-первых, начнем с того, что у них гораздо богаче опыт. Да, они прошли очень большие испытания. Но преимущество заключается в том, что старшие могут понять более молодых. Молодые не всегда могут понять, и этому тоже есть объективные причины. Поэтому мне кажется, чем богаче опыт, тем больше возможностей научить человека. Другое дело, более молодые, они более информированы.
У нас, к примеру, не было таких возможностей, как у тебя сегодня, да, и как сегодняшнее поколение, которое, так сказать, вот гаджеты, и можно сегодня весь мир в твоих руках, и ты смотришь. С одной стороны, это прекрасно, а с другой стороны, не знаю. Не знаю, не хочу на эту тему сильно дискутировать, но мне кажется, что, конечно, все же определяется все опытом. Когда есть огромный опыт, да, и разноплановый опыт, конечно, он тебе дает возможность иначе смотреть. Более молодые, они более смелые, более, скажем так, агрессивные, в хорошем смысле. А вот старшее поколение, они все же осторожные. И мне кажется, это еще и связано с тем, что, как я уже сказал, имея огромный опыт, ведь самое-то главное в нашей профессии – не навредить. И иногда ведь не является секретом, или, давай уж честно, из-за амбиций педагогов иногда и страдают и артисты. Поэтому в этом смысле более старшие педагоги, я думаю, что у них, конечно, такие же амбиции, может, еще более, но поскольку они имеют такой огромный путь, они крайне осторожно относятся, может быть, в каком-то смысле более бережно относятся к артистам, хотя это ни в коем случае не умаляет достоинства тех молодых педагогов, которые сегодня у нас работают, и я их сам, собственно, пытаюсь найти и даю им возможность пробовать себя и возлагаю на них надежды. Так что, мне кажется, они друг друга, на самом деле, дополняют. Вот в молодежной балетной программе, которую вы не так давно запустили в Большом театре... Ну как, не так давно, ну, уже, да, уже прилично. Которую вы запустили в Большом театре, достаточно молодой педагог. Вот почему туда вы назначили молодого? Ну, во-первых, я не хочу, вернее, я не могу не сказать, что вот молодежная программа, которая существует уже несколько лет, благодаря, конечно же, помощи и поддержке нашего генерального партнера Инго Страха, мне кажется, за эти небольшие годы достаточно программа нам помогла. Помогла в том смысле, что мы пополнили ряды нашей труппы, нашего коллектива. А почему молодые? Ну, Эля, не является секретом, что молодым нужно давать дорогу, молодым нужно доверять, молодых нужно контролировать, но мы им должны давать возможность. Вообще, мне кажется, что когда речь идет о молодых, ведь в чем заключается задача? Я думаю, что самое главное, чтобы в театре был механизм контроля. И он не только относится к театру. Вообще, мне кажется, любая сфера, ну, публичная работа все же предполагает, может, более жесткую систему, да, более жесткий механизм контроля, потому что часто же мне говорят, да, как вот на всех спектаклях, на всех репетициях, и это рассматривать как вот, ну, такой, дескать, вон тут всех от и до контролирует. На самом деле все достаточно просто. Если у вас есть механизм контроля, у вас есть надежда на то, что у вас будет качественный результат. А что касается все же вопроса относительно молодых педагогов, да, конечно, там и Саша Войтюк, безусловно, которого я пригласил. Он имеет огромный опыт, он бывший танцовщик Большого театра. Мне кажется, за эти годы он достаточно ярко себя зарекомендовал. Более того, я смотрю и слежу то же самое, опять же, как он с ними занимается и целыми днями находит возможность корректировать их. Это самое главное. Это работа, которая нас поглощает все 24 часа. И когда я вижу люди, которые готовы не жертвовать. Мы всегда почему-то такими эпитетами жертвовать, не жертвовать. Знаете, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, это же ты же не жертвуешь. Ты отдаешься полностью, потому что в тебе потребность. Потребность, желание сделать лучше, желание помочь, желание открыть новых актеров, новых педагогов. Поэтому это нормально, мне кажется, нормальный процесс. Так что я рад, что у нас и молодые сегодня педагоги работают. Спасибо большое. Спасибо. Вот Эллочка. Эллочка моя. Целую.
Сейчас вы увидите репетицию ведущей солистки Евы Сергиенковой и премьера Артемия Белякова. Репетировать они будут балет «Лебединое озеро». Педагоги Мария Евгеньевна Алаш и Александр Николаевич Ветров. Репетиция пройдет на новой сцене Большого театра. Когда она прибежала, вот это тара-дара-дара-пам-пам. Подойди к этому. Сейчас живые кисточки. Мы сейчас это проверим. Прибежала. Больше круазе только садись и крылом закройся. Длинная спинка, Ева. И медленный-медленный пируэт. И почувствуй крылом Тёму, почувствуй. Лёшенька, ещё можешь поспокойнее сыграть. И вдаль за носочком, вдаль. Сади стопа. Вдохни, и через верх голова. Остановимся, не будем никуда лететь. Вот первый пируэт хочется еще более плавный, чтобы прям совсем без остановки. Ева, тебе чуть ближе руки. И постарайся, вот ты, Тёма раскрывает тебе ручки, и оставь, вот, знаешь, ощущением такой спинки ранверсе, да. Угу. Потом мы попробуем сюда. Артемий, смотри, не подходи на первую ноту. Вот она начинает садиться. Раз, ты пошел, два. А как она начинает садиться а после этого? Как бы, что она тебе покажет, что она не собирается лететь. И закройся вот. Прям бесконечно вот длинным вниз, крылом. Вот это, да, не, да, да, не да. А и дальше длинная спинка. Лучше чуть пораньше. Да. А, рам, да, чтобы такой жест был просто красивый. Вот ты закрылась, и прям вот такая прямая была спиночка. Да, две руки тоже как крылья. Давайте еще раз сначала. Можно, Лешенька, еще раз сначала? Ты пошел. Вот так вот, отлично. Ну, хорошо. Тем, наверное, две ручки ей поднимай, а потом раскроемся. Угу. Лучше, да? Почувствуй спиной Тёму. Только не между ног садитесь. Раз, встала, еще допела эту позу вдаль. Хорошо. И очень светлое личико. И сейчас голова наверх. Ага. Вот так. И опять наверх головушка вздохнула, села. Ой, Ева, не разворачиваться только. Вниз, наверх поднимайся. И потянулась еще. И сейчас широкий шаг вдаль хотела уйти. И посмотри немножко на Тёму. Thank you.
только сама не рушься туда, опускайся плавно. Длинная ручка. Держи локоточек. И на противовес свое тело на водочке. На а ты обнимаешь, да. Тему спиной, ага. Не останавливая руки, вся, еще Темочка до круазе. Выросли. И высокие бедрышки, еще заднюю ножку отдели. Лешенька, секунду, спасибо, Лешенька, спасибо. Тем, наверное, чуть ниже рука, потому что у вас такая очень героическая поза получается. И, нет, ты мне не поднимай бедром ногу. Вот как стояла, одну ножку отдели, вот чуть-чуть повыше. Угу. И длинную кисточку положи на Артемия, да. Сзади красивая ножка, вот так, да. А можно еще раз вот этот отход? Леш, вот прямой, будь добр. И сама туда нюхайся, ты наклоняйся аккуратно. И широкая рука, вот хорошо. Не коси стопы. Живые кисти, Ева. И сейчас через верх. Вот, вот так, молодец. Слушай музыку внимательно. Веди ручки, веди, 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 еще веди, вот, молодец, очень красиво. И через верх. Пятка вниз. Сейчас собирай пятую. Стоп, стоп, давайте остановимся. Давайте здесь, Лешенька, извини, давайте здесь три пируэта сделаем. Хороших три пируэта. А ты, когда, подожди, пусть тебя Артемий пригласит, ты согласишься с этим, сделаешь шаг, шаг и пойдешь по дебуре. Да, можешь даже подхватить ручки, а потом пойти. И откинься в экарте туда, вдаль. Да. Да, вот сейчас хорошая поза в руках. Головой выпрыгивай, головой. Нам побольше заход. Плечики вниз. Вот сейчас хорошие пируэты были. Еще не оседай в талии. Ай, стоп, сейчас стоп, стоп. Слишком рано. Стоп, стоп. Слишком рано. Плие. Мы сейчас сделаем за вторым разом. Попробуйте без музыки. Уже прыгнули, прыгнули, села. Пам. Нет, Ева, я хочу бедрами быстрее вскок. Именно бедрами. Вот, вот сейчас хорошо. И плечи не помогай себе при этом. Длинная лебединая шея. Леш, подойди, пожалуйста, ко второму разу. Глубокая пятая. И пропой это. И сейчас пятую подставить глубже. И стой, стой, тяни ручки. Арабеск. Не договорились, извините, Тём, она встанет... Она встанет, да, и развернуть ее надо будет. Она встанет в арабеск, четвертый, а довернуть до первого. Ты ее развернешь, и вы пойдете. Папа, папа, папа.
Ева, не вставай ногой в зрительный зал. Все-таки вставай больше, как в четвертый арабеск. Да, чтобы нога на нас не шла. И вот этим вот крылом через тему очень такое большое длинное движение. Вставай. Ну, чуть мягче сделайте. Соскучились по таким подъемам шикарным. Не ищи ногой пол, оставайся в ЖТ. Чуть-чуть больше, Тёмочка, круазе потом сделаешь. Оставляй голову на Тёму. Хороший взмах. Ева, сама не крутись в этюде. Угу. Пропой, каждую позу пропой. Ой-ой-ой, стоп-стоп. Ева, это была твоя вина, ты не села на заднюю ножку. И тоже начинаешь крутиться без Артемия. Дождись его руки, мы никуда не опаздываем. Первый раз прям поехала, нет, сняла ручки, постояла, хорошо, замерла, вот, села. Вот, а вот дальше Юрки кроет, а это протяни, пропой длинную. Ну, вот сам сделал позу, вот. Либо в тот же момент, либо даже чуть раньше. Чтобы это помедленнее, быстрый пируэт, а потом длинный такой печальный арабеск. Здесь закрылось больше. Как будто такой, прям не, да, не, вот, не бойся я положить. Я делал нарисованно, да, то есть был такой, как небольшой, это был как выпад. Но это не обязательно, не актуально. Лешенька, к прямой подойди, пожалуйста. Плечики вниз. Сейчас в четвертой позиции. Сядь, плие. Хорошо. И хорошее карте, карте, карте. Вот так. И обнимай его, обнимай крылышками. Так же, Тёмочка. Нет, перед собой. И она прогнется. Подожди. Дружески оттоптали друг другу ноги. Тем также до круазе, потом перед собой она прогнется. Потом подожди, пусть тебя Артемий вернет, там много музыки. Ты спокойно сойдешь и пойдешь, да, чтобы не топтать. Отойди, да, отойди, Артемий. Давайте последний пируэтик сделаем. Пируэт был приличный. Ева, не выскакивай вот сюда. Выскакивай точно на опорной ноге. Лёш, нам, наверное, вторую часть прямой. Как-то надо подойти. Наверное, не оттягивай. Почувствуй его спинкой, только хвостик в себя. Вдохни воздух, вдохни. И выпусти ее немножко вперед, вот так. Только пятку в нос Тёме не суй. Нет, нет, нормально. Сейчас смотри. И раз, и два, и раз, и... А вот теперь, да, вы опоздали. А можно еще разок? Да, я чуть раньше. Чуть-чуть пораньше ручками. Вздохнуть, закрыться, закрыться. Пам, чтобы там-там, чтобы на раз перейти. Давай еще раз. Thank you.
Трансляция из Большого театра, приуроченная ко Всемирному дню балета, подходит к концу. Мы, артисты балета, еще раз выражаем огромную благодарность нашим педагогам. Успехи, которые мы делаем на сцене, это в первую очередь успехи наших наставников. Приходите в Большой театр, смотрите наши спектакли и погружайтесь в мир, который создает Большой балет. Благодарим за проведение трансляции режиссера-постановщика Николая Сергеева, оператора-постановщика Николая Набатчикова, шеф-редактора Ирину Захарову и всю съемочную группу проекта «Билет в Большой». С вами были прима-балерина Большого театра Элеонора Севинард и премьер Большого театра Денис Родькин. До скорой встречи! И с новым балетным годом!